тебя прибью. That's my girl. Блин, он стрелил клыки и члены. А, вон там какой-то конь лысый кидает топор. Да, блядь, умри. Все, вижу, следующий ингредиент. То есть пока все сводится к тому, что я собираю ингредиенты для любовного зелья. Мне, конечно же, всячески мешают всякие додики проклятые. Чё это, блядь, такое? Так, тут пока закрыто. Что-то мне не особо тут нравится в этом месте. Сейчас, мне кажется, нападут на меня какие-то жиберы. Блядь, тут дальше еще идти, да? Ёбаный шмель какой-то вылез. А как туда попасть, блядь? Ого, меня штормит люто. Блядь. Надо кинуть гранатку, может. На, пидорас. А чё мне плохо, когда я стреляю? Сейчас турелька может успокоить всех. Ох, меня дубасит, блядь, мне тошнит. Я ненавижу вот эти вот... Когда качели происходят... Так, одного вроде убили, да? Там турелька еще пытается разнести этих уебков. Как сюда попасть, я так и не понял. Там, видимо, с другой стороны или как? Нет, блядь, как туда залезть? Чего-то я недопонимаю немножечко. Ого, а некуда брать. Это щит такой на 4000. Потому что для такого щита, я думаю, место найти необходимо просто. Давайте наш щит выкинем. Хоть он вонючий. Я сразу, походу, его поставил, да? Так. Да. Теперь нужно найти что-то золотое. Как всегда, какие-то непонятные ребусы. Как туда, блядь, запрыгнуть? Стрелять туда не надо, я так понял. Туда нужно именно залезть. Ух ты, там какая радуга интересная. А как туда залезть? Вон поверху, блядь. Вообще не пойму ни хера. Какой-то тут есть подвох, ребята. Я не знаю, как туда залезть. Давайте попробуем запрыгнуть. Что он, блядь, даже не хочет. Как думаете, запрыгнет? Да хуй туда он запрыгнет. Не-не-не, он не допрыгнет никак. Блядство. Может, с кем дальше идти? Блядь. Ну как туда залезть, сука? По листьям не полезет же? Я так думаю. Нет. Да ёб твою мать. А сюда, может, сюда надо? Да блядь, ты хромой петух шоколадный. О, на эту херню не запрыгнет. Блядь, не запрыгнет. И что делать? Наверное, надо что-то впереди там сделать. Ладно. Блядство проклятое. Здесь все. Так, там магазин какой-то, да, я вижу на карте. Патроны, патроны надо, блядь. Желательно... Блядь. $70. Желательно на снайперскую винтовку. Тут тупик, что ли? То есть там по-любому нужно туда залазить, да, вы понимаете? А, нет, тут не тупик. О, вот и патроны сейчас подоспеют. Что там за граната? 10 тысяч урон. А у меня сколько? У меня 6, да? Давайте купим такую гранату. За 10 тысяч. А мою продадим, давайте. Значит, что надо переставить. Так. Граната, значит.
Что это за бред вообще? А где-то ж... Блять, я свою что ли продал? Ебать, я додик. Блять. То походу я... Или нет, подождите. Я ж купил эту гранату. Да я вроде купил ее. А ну-ка. Где она? Где она? Где она? Это класс, моды идут. Где граната за... Сука, которая 10 тысяч отнимает. Да блядь, я же покупал ее. Интересно, как это получается. Купили, купили, блядь. Поставить ее, а все, она же стоит автоматически. Все понял. Так, а как-то второй. Блять, какой-то чмырь вылезет. Бл-бл-бл-бл. Кто меня бодает? Олег, ты ж понимаешь, да? У меня шнайперка есть. Это, о, блядь, это тоже неплохо валит, кстати. Такое чертишо, блядь, но стреляет неплохо. Патроны быстро заканчиваются. Ух ты, ёб твою мать, что ж ты, блядь, такое-то делаешь, подонок. Пусть пушечка разберется. В этом кипиш. Все, нахуй, приехали. По кому ты еще стреляешь? Там кто-то есть, да? А, вот кто. Пушку разъебу тебе. Что-то она, походу, недобрая чует. А, вон, сейчас я на второй этаж надо ты подымусь, куда я пытался, как дебил последний, запрыгнуть. Микромансер, нам микромансер не нужен никак. Так как микромансером я не играю. Давайте пооткрываем все ящички, как я люблю щепетильно все посмотреть. Ох ты, что там синяя-то валяется? Синяя, конечно, это хуета. А, это рыбка. Всю рыбку я собираю. Чтобы ловить на удочку. Там, кстати, можно, помните, я пытался словить на удочку, но ни хера не ловилось, потому что нужно было на крючок. Блять, что это происходит? Нахуй, ёбаный в рот. Лови, нахуй. Сука, съебался. Вот козел ебаный. Ну что, гранаты вообще крутые, походу. Снайперка у меня крутая, блядь. Вообще выношу, блядь, на раз-два. А где есть патроны в обойме? Что, спрыгивать надо? А что, с них что-то выпало? Тут, по-моему, видим, как какого-то пидораса выпадал, нет? Показалось, наверное. О, хангстеры. О, не добежал, слава богу. О, какую-то голову нашел, блядь. И некуда взять ее. Ну что, мы возьмем ее, погоди. Что, тут некуда взять? Фу, блядь. Сейчас, что надо выкинуть, что-то надо выкинуть, что-то надо выкинуть. Вот это что за хуйня? Пиздолет. Вот этот бред. И вот этот бред. А что ты истеришь, все нормально. Там еще один какой-то петушок где-то, да, на карте, видите, отображается. А, это эти чмыри плавающие или что? А чё у меня сразу хуёво? А, мне травят, блядь. Ну появись ты, сука. Вонючая. Эти мудаки меня травят, вы поняли?
чем вся прелесть. Я думаю, что мне так плохо, когда они плюются. Они, короче, какой-то тварью плюются. Опять он трется, что ли, пиздюк этот. Гранатка сделала свое. Ку-ку, нахуй. Ку-ку, ёпта. Мы в Дубае, ёптель. Так. Так, вот у нас охраночка наша. Чекпоинт. Чекпоинт. Хуйню собирать надо, ребята, запомните. Бодлендс — это та игра, где надо собирать все подряд. Ух ты, ёб твою мать. А, короче, он походу уколотый. О, теперь, блять, он что-то хочет походу по мне стрельнуть. Не нужно, хороший мой. Что это за хуйня? Реликвия какая-то выпала. Короче, блядь. Хорош. Я не вижу, куда я стреляю, но я куда-то, блядь, только что стрелял. А, это тварина летает. А сейчас, или это наш золотистый робот летает? Я что-то не пойму. Он пизды получит. О, все. Он кончился. Он кончит его. Пацаны с ножами поумирали, блять, моментально. А будет какой-нибудь большой главарь, как обычно в Headhunter паках этих. Эта хуйня не взрывается, да? Так. Что тут у нас есть? Давайте поглядим. Здесь тупики, но есть ящик с оружием. Ух ты! Гранатомет какой, 14 тысяч рубает. Да нахуй мне надо. Хотя, может сейчас какой-нибудь будет чмырдяй такой серьезный. Так, это... А, тут что-то надо набирать. Только тут сначала надо где-то что-то заключить, запустить. Так. Ух ты, рыбка. Фиолетовая. Так, теперь надо взять Love Potion. Potion, блядь, точнее. Зелье любовное, опять же повторюсь, кто пропустил. А потом, наверное, сюда надо будет идти, да? Да. Ладно. Давайте, давайте. Блять, базука, конечно, гранатомет тут вообще ни к чему. Хочу набрать Love Potion. Добавим золото. Кинули. Теперь виски. Есть. А теперь ребенка. Ебать, а, заставить его плакать, он, короче, походу слезы малыша надо. Ай, блядь, это урод какой-то вонючий. Давай, плачь. Сейчас все перемешаем. Миксер. Снайперочка у меня хорошая, ребята, такая, серьезно рубает. О, гляньте, красивая часть что-то будет. Все. Ох, что-то как пязнет, я чувствую. О, набирается. Есть. Зелье мы сделали. И по всему теперь туда нужно идти. Налево.
Так, верните ребенка. Так они же на меня обозлились, что возвращать теперь? Может, лучше не возвращать, они сейчас злые, как собаки будут. Так, во всех уголках я походил. Да, да, все, ничего нигде. Это хорошо, как я люблю. Блять. А, это там, где мы пили. Нихуя себе, там, где мы пили виски. Сейчас пацанам будет плохо, я чувствую. Все, что ли, блядь? Да никто за вам крадется, я вижу. Вот там вот. А я вылезу здесь? Да вылезу, чё бы не вылезти-то. Так, то есть просто бегим обратно, да? Тан-та-дан-та-дан-та-дан-та-дан-та-дан. Бля, там кто-то ходит, я вижу. Меня ждут, суки. Слышь. Чмырь. Блять. Проклятый. Здесь где-то тоже, да, по-моему, ящик был? А, нет. Я перепутал. Здесь так светло, классно, блин. Не то, что там в этих катакомбах я лазил. Ёбаных. Почему я здесь не открыл? Непонятно, как я пропустил. Вот здесь ящик, он до сих пор красным горит. Блять, да. Наверное, когда убьешь босса. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, куча ящиков, смотрите. Блять, ничего не берется, все, типа нужно, все, точнее, все у меня уже есть. Так, ребенка-то куда вернуть нужно? О, сейчас будем чмырей кормить. Блять. Вот это, конечно, тварь такой сильный, блять. Тысячу за одного мудня за такого вот. Блять, что, где сейчас появится? Да ладно. Да где он, блядь? Что это такое? Что за ведра гоняются? Вылезет? Или что это, блядь? Сука, заебут и мертво. Нахуй идите! Сейчас я надо их покормить все-таки. А что вот это такое? О, это я вернул, да, что-то? Так, может, сейчас ящик откроется? Не-не-не, погоди, тут только что где-то можно было рыбу ловить. Я видел, блядь, отвалите. Сука, тварина. О. Ух ты, ёбаный кабель. Ты кто такой? Ты видели? Я только что кого-то выловил. Практически выловил. Кракена какого-то. Блядь, ты кто такие? Кто такие по жизни? А, этих мудаков выловил, походу. Или нет? Ух ты, нихуя себе. Моби. С которой песни поет моби? А ну, лови, тварь. Да быстрее перезаряжайся. Блять, кто-то пиздец. Все, пизда мне. Скорее всего. А может нет. Да я его, блять, уничтожил просто налегке. Нахуй нам такие винтовки не нужны. Короче, ребята, вы сами все видели. Какого-то мудня, я не знаю, почему тут появился. Мне кажется, именно потому что... А, ну так же... Блять. Собрать. Все, 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 блять, отстань. Ох, хуя, что они все побегали, блять. Я вернул им всякую ересь, они обозлились. Вон еще один. Чмырь сидит толстый. Сидит и пизды получает. И при этом даже не шевелится, блять, зато музычка нашла. Блять, все, потухла музычка. Так, что здесь? Мы все вернули? Или типа надо еще кого-то... А, он теперь надо там выловить, походу. Сейчас я кого-то убью, что-нибудь заберу и повешу туда вот.
Сейчас чмырдяк какой-то вылезет, смотрите. Ловись, рыбка маленькая, это большая. О, вот такого я еще не ловил. Блять, патронов больше нет. Все, отъебись по-хорошему. Блять, упал я в самую пизду. Ну не в самую пизду, ну. Все, нахуй, сдохни, сука, тварь. Теперь надо забрать, походу, масла его и повесить, или не забрать. Что это, блядь, за оружие пидорское? Вот сюда надо повесить, что-то, стопудово. Сюда откроется ящик. Нет, какого хуя? Так, давайте смотреть, где рыба горит. Точнее, где горит, чтобы рыбу ловить. Блядь, ну больше нигде не горит. Хм, сука. Почему-то еще здесь не открывается. Три мудака мы замочили. Может, на шарики разбить везде. Удочек вроде больше нету. Так, тут что? Хуйня какая-то. Удочек. А, вот еще удочка, сука. Спрятали как от меня. Будем рыбочку ловить. Рыбулечку. Сейчас какой-то мудень вылезет. Давай, блядь. Смотрите. Стопудово. Ух ты, какой, блядь. Сука, блядь, меня аж снесло. Штаны вот, блядь, еле крепят. Ну, походу, пиздец будет. 7 патронов, блядь. Кракен ебучий. Сейчас, погоди. Там даже моя пушка еще воюет. Все, кракена мы, по-моему, изничтожили, блядь. Только я загорелся чуть-чуть. Да ебаный в рот. Надо теперь прибежать на ту сторону. И, блядь, повесить. Рыбешку или кожу, что он там снимает с этих рыб. Вот теперь должна открыться, по идее. А еще не все, еще пятая есть. Да ебаный в рот, наверное. Так, а где еще? Ох, там выпало хуеты с него. Давайте возьмем пистолет, не берется, блядь, нету места у нас. Иридиум — это хорошо, ребята. Давайте чуть, может, выкинем, у нас, может, какой-то бред есть, который нам не нужен совсем. 35 уровня за 1000, блядь. А, давайте сравним, что у нас тут. 14 000, ну, конечно, блядь, получше будет. А эту тогда ересь надо выкинуть, которая только что... Нахуй ее. А это нахуй. И ну это туда. Раз такая пьянка пошла. Правильно? Так, это все, что я только что выкинул, это мое. Вот это что-то за. А, что-то такое опасно. Он еще прыгает. Так, где, блядь, еще одна удочка? Почему? Видите, что вроде все удочки уже, да, не горят, ничего не горит, ну да. Какого хера? Кто опять там уже, блядь, где эта тварь? Блядь, почему тут до сих пор... Ладно, я не знаю, где еще одна удочка. Меня это особо не интересует, честно говоря. Это тоже неплохо гасит. На тебе, пидор, отравитесь. Травитесь, отравитесь. Здесь же удочки нет. Может, в колесе что-то, блядь. Да нет.
Какой еблан мне в 3 часа ночи имейл прислал. Так. Что, и опыт медленно как-то все угрюмо. Давайте вернем ребенка. Так. Ну что ж, ребята, давайте на этом закончим. И дальше будет лучше, веселей. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей. Всем пока.